Всем привет! Меня зовут Дарья Биллер, и сегодняшнее видео посвящено бровям. Я уже сделала полноценный макияж за исключением бровей. И согласитесь, смотрится как-то незавершенно. Начинаю я со своей любимой кисточки для бровей, которой также можно рисовать стрелочки, да и вообще все что угодно. Хорошенько расчесываю брови. Затем я беру вот такую вот помадку для бровей. У меня есть точно такая же подводка для глаз. Провожу линию с серединки бровей к кончику. Затем провожу вторую линию сверху. На конце немного закругляю. Помадка у меня правильно коричневого цвета, и мне кажется, этот оттенок идеально подходит. По намеченным линиям я закрашиваю бровь. В основном я предпочитаю довольно графичные и прямые брови, немного закругленные на конце. Хорошенько прочесываю брови, тем самым тушуя помадку. Начало брови я всегда делаю светлее, стараясь создавать некий эффект омбре. То же самое и со второй бровью. Брови у меня далеко не идеальные и немного отличаются по форме. И как бы я ни старалась, одинаковыми их нарисовать не могу. Но это и не нужно. Мне кажется, и так смотрится неплохо. Закрепляю все вот таким вот гелем для бровей. Просто хорошенько прочесываю кисточкой волоски. Тем самым их фиксирую. Вот такие вот брови у меня получились. Думаю, макияж теперь смотрится гораздо более целостным. А вы что думаете? Напишите в комментариях, идет мне или нет. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.